From lovers to lovers, from lovers to lovers, from lovers to lovers, from lovers to lovers, from boys to girls, from girls to boys, from boys to girls. Наноси основу под макияж. У меня это белорусская, на улице наносите свой тональный крем. Предупреждаю, то, что сейчас будет происходить очень просто. С легкостью сможете это сделать. Даже Злата сможет. Нанесли тональный крем, теперь увлажняем губы. Чтобы к концу вашего макияжа губы были гладкие и бархатные. Если у вас нету такой палетки, вы можете взять абсолютно любой коричневый оттенок. Главное, чтобы он был матовый. И наносим его мягкой кистью. Даже получается, что его вам кажется, что будет много, ничего страшного. Вы потом сможете его затушевать, растушевать и сделать красоту. И берете мягкую кисточку и растушевываете ваши коричневые теньки. Я не люблю эти песни, это я микс включила. Какие-то хачи поют. Вам удобно. И заполняете вот здесь вот коричневыми тенями, которые вы изначально наносили сюда, заполняете вот здесь вот пространство. Далее будем использовать белые шиммерные тени. Так же самое. Подбирайте абсолютно любой оттенок, который у вас есть. Главное, чтобы они были белые с вот такими мелким отливом. Если у вас есть хайлайтер, можете наносить и хайлайтер. Наносим в уголок глаза. Делаем прям такую, знаете, как будто синяки замазываем. Этим же самым глаз будет казаться визуально глубже. Растушевываем все наши стыки. Старайтесь больше коричневых теней именно на складке вытягивать вовнутрь, к носу, чтобы при закрытии у вас больше было коричневого. Вот видите разницу? Здесь больше белого, а здесь больше коричневого. То есть вот так, мягкой кистью легонечко себе подтягиваем. Теперь приступаем к оформлению бровей. Каждый оформляет брови как он хочет, потому что я, конечно, и пою, и танцую, на арфе играю. Брови у меня чуть-чуть не такие, как сейчас модно, поэтому каждый оформляет свои брови так, как он хочет. Дальше вы можете использовать белый карандаш, чтобы подрисовать здесь под бровью. Тогда ваши брови будут казаться более четче. Видите разницу? Мы сейчас еще под бровь будем наносить такие же шиммерные белые тени, которые мы наносили вовнутрь. Легонько стушевали, сделали все ровненькие границы. И я, наверное, все-таки добавлю еще чуть-чуть в складку века побольше коричневых теней, чтобы ее максимально незаметно, но все-таки утемнить. Тени LN, которые продаются у нас в Украине в магазинах бытовой химии. Видите, наносим только вот так вот складочку. Так. Как вы видите, тушевочная кисть просто необходимая. Найдите, где сможете, даже в интернете, хотя бы одну просто тушевочную кисть. Это просто незаменимая вещь. Сейчас мы будем рисовать стрелки. Для этого нам понадобится жидкая подводка и эйвонская кисточка для подводки. Выглядит таким образом, очень остро, очень классно. Приступаем к рисованию стрелочек. Как вы видите, я начинаю рисовать стрелку именно с середины глаза.
Все, стрелки готовы, теперь мы будем приступать к нашему нижнему веку. Если у вас не нарощенные ресницы, как у меня, вы можете сделать свои чуть-чуть больше. Вы также этим лайнером просто будете вот тут вот под ресницами закрашивать. Это визуально сделает взгляд более выразительный. Вообще, если такие макияжи, конечно, очень красиво будет смотреться ресницы. Накладные такие ленты, знаете. Нижнего века нам понадобится либо белый карандаш, либо вот такой, как использую я. Он такой, знаете, как более натуральный, но с блестяшками. Подточу, прорисовываем водную линию. Белый карандаш. Знаете, чтобы тени не попадали вам внутрь глаза, потому что он сейчас начнет слезиться, и у вас сразу все потечет. Вступаете буквально, начинаете рисовать, где начинается рост ваших нижних ресниц. И доводите коричневые тени вот так под уголок. Видите как? Если они чуть будут сыпаться, ничего страшного, потому что мы все равно будем наносить потом консилеры и корректоры. И я продлевала вот так вот коричневые вдоль стрелочки. Кисть тушевочная! Тушь водостойкая! L'Oréal Telescopic. Я люблю использовать резиновые тоненькие щеточки, потому что я крашу только нижние ресницы. Солнце зашло, видите, как мне стало хорошо видно? Сейчас быстро запечатлим. У меня реально аж вон чуть-чуть подводка начинает течь. Стою под окном, и так нереально прям жарко. И у меня не руки и жопа, это жарко просто. Всё, наши глаза готовы. Это действительно совсем не сложно. Пару раз попробуйте, все у вас получится. Приступаем к контурированию. Вместе в комплекте с теми кисточками, которые я вам показывала, есть вот такая вот маленькая, очень удобная. Значит, я буду использовать самую светлую пудру. Скулы. Будет маленькую кругляшечку, которую также я заказала, и возьму чуть-чуть посветлее, то не буду сразу рисковать самым темным. Она похожа на помазок, мой дедушка таким брился. Нос я не трогаю. Я раз потрогалась, меня весь YouTube ржал, что я себе хачевский нос сделала, поэтому к носу я больше не лезу. Пусть будет такой, как он есть. Лайтер я вам показывала, это The Balm. Абсолютно сложного, все очень быстро. Здесь еще давайте подкрасим губы. Нюд вчерашний. Мне вчера написали, что у меня губы как побелка. Неужели вы не видите, что вам не идет? А я думала не отвечать, а потом думаю, напишу, что ну это же нюд, он и такой должен быть, в том числе прикол. Что? Понравилось, было полезно. Жду ваши фотографии себе в личные сообщения с таким макияжем. Самые лучшие я поставлю в следующем видео. Желаю вам всем удачи, вас очень сильно люблю. Пока!